Ну и погодка. Она нынче морозная. Хабаровчане ждут тепла, но небесная канцелярия не настроена на повышение градуса. Наоборот, по накладной она продолжит отпускать арктический воздух со стороны Якутии. Поэтому будет холодно и в крае, и в городе. Самыми жаркими днями станут ближайшие субботы и воскресенья, когда днем, около полудня, ждем минус 9. На рабочей неделе синоптики ждут от 10 до 12 градусов ниже нуля. По ночам все это время минус 20, минус 22. Февраль заканчивается в режиме на градус ниже своей нормы. В целом, последний месяц календарной зимы выдался сухим. И есть последний маленький шанс на февральский небольшой снег во вторник, 27 февраля. А там и весна, пусть и календарная. Увидимся!